Заходи на vodhub.net, ведь новогоднее наступление 2023 уже началось. Ты можешь выиграть большое количество новогодних, восточных, волшебных или рождественских коробок, или даже сразу все четыре типа одновременно. Ты сможешь получить уникальную премиум-технику, которой еще нет в игре, и даже танки 9 уровня. А еще золото, дни танкового премиум-аккаунта, кредиты 3D-стиля, ресурсы и даже редшерского кота. Открывай кейсы, зарабатывай билеты, принимай участие в ивенте «Новогоднее наступление», в котором мы разыгрываем более 1100 коробок. В бесплатном барабане бонусов можно получить бесплатное открытие новогодних кейсов с новогодними коробками. Удачи и до встречи на vodhub.net. Ссылка и новогодний бонус в описании. Слушал твои слова по поводу ББ с прошлого стрима. Представил, что Левсто решила тебя уравнять и поставила тебя в паре с Юшей или Джилом. Что значит Левсто решила? Нам может Диму Левшу не спросить, с кем поставить. Вот, а я... вряд ли буду по их... на их условиях что-то делать. Это они, конечно, ребята молодцы. Но не, пожалуй, нет. Бля, КПЗ на кумысах. КПЗ, да, сука. Ну я могу его пробить на самом деле. И пробью. Сотка, все. Соточка, блядь, все. Я не знаю, нахуя я стоп поехал отдался. Здесь минотварь, нам пиздец, по сути. Я здесь двумя слабыми танками, блядь. Кран выйдет, просто 3 из 3 сейчас уебет меня этими кумысами, блядь, как только я разряжусь. Но все плохо. Все плохо, блядь. Ну да, он 3... Нихуя себе альфа, блядь. Блядь, 3 из 3, как я и говорил. Тут без вариантов, он бы 3 из 3 и дал. Здесь долбоебные 100. Запредельный, блядь. Конченый нахуй. Ну это пиздец. Я не знаю, что за выродок это ебаную имбу, блядь, балансил. Я не свечусь, чё, блядь? Подождите, а как меня минотварь не светила? А, нет, светила. Ну а как-то поздно он меня, блядь, засветил. Смешной боёк, блядь. Ну как там с деньгами? Спасибо. Карбин, детка, жду. Жду, ведьмак. Сочувствую. Спасибо, тебе. Сам жду. Играть в момент, когда спидозные выродки решили погонять ПД. Ну и что это, блядь? Не, я не знаю, кто куда, я нахуй давление банана сейчас буду делать. Я буду давить банан. Сейчас выйду, просто колеснику уебу нахуй. Блядь, ему уже уебали. Ну ладно, кому-нибудь другому уебем. Во, Круслер нахуй. Ну-ка, на нахуй. 3 восьмерочки, джекпот нахуй. Все, просто едем нахуй. Вот так вот. Ну как там с деньгами? Вообще похуй. Тут такой вопрос. Опа. Когда стримы по йо-йо. Опа, будет, блядь, ну братан, надо было нахуй. Ведьмак. Спасибо. Надо было, блядь, приходить лет 10 назад. В пару дней, я думаю, ведьмак будет, да. Ну, я бы хотел, наверное. Ну, это так сейчас типа от ходоса еще. Нахуй такого плана, бля. Может его не убивать, пощадить его нахуй. Ладно, пошел он нахер, блядь. Ля, блядь, рога ждет такая деловая. Деловая рога ждет. У, блядь. Деловая рога, да? У, рога деловая, блядь. Ай, ладно, похуй, поехали. Лишь бы с горки не отчипиздрили, блядь. Не, ну прогета деловая, блядь, да? Не, ну прогета, ну ты деловая, слушай. Бля, ебать, ты испугался. Ну-ка, на... О, снова в землю, да? А в землю снаряды не падают, помните, говорили? Странно, опять промах и опять в землю, да как же так-то? Ну-ка, блокируй его, колесник, блядь, ну уедет же, пизде. Ну колесник, ну ты, блядь, долбоеб, что ли? Надо было, блядь, заблочить его. Вон, там ГВ Игорь едет, нахуй. Сейчас ГВ Игорь, нахуй, на автоприцеле, блядь, тупо. Да похуй вообще. Пошел в пизду, блядь. Все, просто едем, нахуй. Видим цель, нахуй, не видим. Во, блядь, все, он в тупике, оттуда он точно не убежит от меня. В пути, в пути. Все, он в тупике, бля. А вот куда он денется? Все, пиздец ему. Все, братка, ты в тупике. Ты чё, бля, ебанутый, что ли? Иди нахуй отсюда. Все, братан, ты в тупике, нахуй. Все, куда? Все, все, блядь, успокойся, родной, блядь. Все, сиди там, нахуй, никуда не лезь. Все, пизда тебе. Все, а вы думали, блядь.
Я просто как решало, понимаете? Я еду, вопросики решаю важные. На. Он, блядь, из 7 летит на. Ну-ка, стой, блядь. Не остановился, блядь. Ля, блядь. Ну хорошо, поехали его с другой стороны ловить, блядь, хули. Чисто едем, блядь. Смотрите, 7 в погоню за колесником. Бля, колесник просто по съебам, на. Он не попал по колесу, блядь. Все, из 7. Тут папа пришел на родительское собрание, блядь. Все, блядь, родной. И что, блядь? На, нахуй, блядь. Успокойся, родной. Ну-ка назад, нахуй, на вокзал поезд ждать, блядь. Давай, пиздуй, блядь, нахуй обратно. Вот. Там и сиди, блядь, не выебывайся. О, пиздец, какой ты страшный. Сейчас взрыв боевой укладки будет, родной. Не будет, странно. Смотрите, КВ-4 нахуй крутит, блядь, на деструкторе. Ты что, ебанут, что ли? Успокойся, блядь. Ну-ка, Коля, зажимай его, нахуй. В угол его, блядь, ставим, нахуй. Вот, пускай там и сидит, блядь. Все, блядь, иди нахуй. Все, всех нахуй нагнули. Спокойствие, блядь. Родные мои, только... О, пушку сломали. Понерфили имбу. Да вы охуели, что ли? Без пушки-то как, блядь? Блядь, там вот еще один слабый танк приехал. Такой же, как у меня, блядь. Пошел в пизду, блядь, сюда, козел, блядь. Блядь, вот это... Да вы охуели, что ли, совсем, блядь? Блять, а почему сломанная пушка влево-вправо может, а вверх-вниз не может, блять? Вот никогда не понимал этого. Да мне похуй, блять. На нахуй, блять. Пистолет-пулемет, блять, поебать. Бля, вот чушка на С4 здесь, конечно, это печальное говно, блять. Ну-ка, нахуй. С Новый год. Спасибо, родной, взаим. На нахуй, блять, рикошет. Не знаю, спасибо большое, я уже говорил, не знаю. Если бы, блядь, он был завтра, было бы расписание в телеге. Я еще пока не знаю. Спасибо большое. Бля, не, ну слушайте, что такое-то нищий боё? Они какие-то, блядь, агрессивные, нахуй, в себя поверили. Блядь, но у них шансы нас отпиздить есть. И не маленькие. Вот же, блядь, да вы охуе... Ну почему меня в люк ебут уже второй раз, блядь? Я, блядь, это дебило, блядь, дерьмо это не пробиваю, сраное, блядь. Не, ну слушайте, у нас все хуёво, блядь. Что я могу сказать? Куда ты нахуй щемишь? На, сука. А, да-да, 300 миллиметров маску не пробили, ребят. Я даже не целюсь, я просто силуэт долблю. Голда ведь силуэт должна пробивать. Самый сильный подкалиберный снаряд игры, блядь. Не пробиваю нахуй в силуэт. Как так? Голда ведь в силуэт пробивает. Бля, слушайте, у нас все печально нахуй. На самом-то деле. На самом деле у нас все грустно, блядь. Блять, вы видели, под каким углом я его не пробил? Это не минус 25, это минус 50, нахуй, процентов к пробитию сейчас было. Ебануться, блять. Блять, козел ты, ебаный урод, блять. Ёбнул ВЛД, улетело в маску. Ёбаная тварь, настолько пья... Ну, ему пиздец как крутят. То есть ему не просто крутят, ему, блять, крутят. Прям нахуй на капитальном... Это капитал шоу «Поле чудес», блять. На... Знаете, за что я хочу сказать спасибо? Что снаряды не падают в этом бою в землю. Они все вверх улетают, нахуй. Ну как там, Динга? Все снаряды улетают, нахуй, вверх в этом бою. То есть, блядь, кранвагна вверх улетел, блядь. В эту хуйню вверх улетает, блядь. Все улетает, нахуй, вверх. Спасибо хотя бы, блядь, за это. Что все улетает вверх. Пиздец. Все снаряды вверх, нахуй, улетели. Спасибо хотя бы на этом. Блядь. Вот это я еще ролик не видел. Не стыдно, да? Коллаборация такая не стыдно. Ебать! Ебать! Да, блядь, не... Ой-ой-ой. Ну, сильт нехуёвый, я вам скажу. Блядь, ну только что-то, блядь, он немножко это поплыл, блядь. Нет, ну Коннор похоже. Это вообще ебало. Это не Т-800, блядь, а вроде какой-то другой. Но вот эти что-то вообще не похожи, блядь. Что-то они вообще не похожи, бля, ёпта. Ну да, не стыдный стиль, блядь. Только это башня 32-ки, блядь. Пушка ренегата, нахуй. Это что вообще такое, блядь? Что это за гибрид, блядь? Причем это 3D стиль, он ставит. Ну это ж 32-ка, блядь. С пушкой, блядь, от... ренегата. А, это Т-32М, походу, блядь. Да или не да? Ну-ка, нахуй. Т-32М. Блядь. Танк. Т-32М. Танк. Нет, у Т-32М тоже пушка выглядит, как у обычного прокачиваемого.
Ну, видимо, он в 3D-стиле будет. У меня, короче, новый прем-танк, походу, будет. Т-32. О, блядь, не стыдно. Короче, надо переходить, нахуй, на Европу. Нехуй тут ловить, на самом деле. Да, в натуре полный слив кролика. Блядь, ребят, вам не покажу. Вам не покажу, потому что ролик переизолит в ВК. Могут реально за авторские права уебать. И права. Ну, давайте я буду вам рассказывать, что происходит на ролике. Описание, как... Сейчас я на донат всем отвечу. Значит так, ролик идет 4 минуты 11 секунд. Значит, показываются разрушенный мир и разъебанные танки. Как в Терминаторе, разъебанные танки. Написано Хигвей 2029 AD. Хайвей, видимо, 2029, хуйвей. Показываются очень хуевыми текстурами гусеницы и разъебанные танки. Ну, все такое серо-синее, блять, короче. Ну, полный конец света, значит. Вот, стоит разъебанная пантера, потом едет танк. Сломал другой танк. Ебать! Это 3D-стиль, нахуй? Выехал Йох в 3D-стиле? Пиздец, каком охуенном! Пиздец, каком охуенном! После этого фаза в пиздец, каком охуенном 3D-стиле, но... Это, скорее всего, в продаже не будет, это, скорее всего, наёбка. Но такие металлик, нахуй... Такой, лазерные всякие огни, нахуй, ебать. Они такого, ну, металлического цвета. Не вот серебряного, блядь, а вот прям такой металл, нахуй, стального, блядь. Вот, значит. Потом охуевший взрыв идет, мощный. Как будто бы After Effects 12-летний делал. Дальше написано Battle Pass Special, двоеточие. Judgment Day. Вот. Потом огонь, 3D After Effects, блять, 12 лет делали. Потом черный экран. Потом показывается хайвей, огромная луна висит, небо со звездами, трава шевелится, два крана. Потом мусорная бочка горит, молнии появляются. Сейчас должен Шварценеггер выпрыгнуть. Молнии, ангары молнии, значит, еще молнии. Появился шар. Так, а в шаре появился, нахуй, Т-32, вот этот новый, видимо, премиумный, в 3D-стиле, охуевшем. Вот, в охуевшем 3D-стиле, значит, появился 32-й. С пушкой, как у Ренегата. Потом такой этот, значит, как будто бы из его глаз с красным фильтром он смотрит. Вот. Дальше написано «Система Анализатион». Написано «Battle Pass Judgment Day». Дальше идет охуительный, значит, этот... полоска Battle Pass, только в стиле Терминатора, нахуй, в стиле Терминатора, и показывают паттерн 2D стиля, жидкий типа. Помните, когда стреляли в этом, в жидкого Терминатора, у него такие дырки оставались, блять. Вот, значит, 2D стиль, значит, потом декаль Терминатора, это награды, потом награда Хасталависта Бабу, ну что-то про Бабу, видимо, написано. Потом «I'll be back» написано, декаль. Потом написано еще «Hasta la vista, Babu». Потом написано «No problem, 0». Значит, потом командир, значит, этот, Коннор Джон, только малой. С озвучкой какого-то школьника нищего. Вот, потом, значит, потом еще командирша Сара Коннор, молодая. И декали две. Вернее, стиль и декаль. Так, потом стиль, декаль Терминатор 2, потом 2D стиль Скайнета, и на последнем уровне командир Т-800, с роботизированной озвучкой, и потом Т-1000, и танк, премиумный танк, исчезло, написано error, ошибка, да, сука, потом снова красный фильтр идет. Значит, hostile detected, написано, потом жидкость, жидкий металл нарисован, и кто-то встает из него, танк, на CDC похож, блять, CDC из жидкого металла вылез, просто CDC из жидкого металла, и Т-32 дал ему пизды, но это, в принципе, исторично, ебать, там графон как будто бы на CDC, он из жидкого металла, и у него как будто бы пробитие засосалось обратно, короче. Прикольно. Потом Т-32 ломает этот гидрант, нахуй, или как это поебень называется. Потом CDC поворачивается, Т-32 дает ему еще одну пиздюлину. Она уже не затягивается. Потом они стреляют друг в друга, нахуй. Значит, Т-32 снова дает пиздюлину, ничего не происходит.
Они едут друг на друга, нахуй. Еле едут, пиздец, очень медленно едут. Супер медленно едут. Столкнулись, и Т-32 выносит CDC как мусор. Выносит. У CDC не крутятся катки в этот момент. Выносит, ломают забор, нахуй. Потом CDC, погоди, потом CDC, значит, остановился, нахуй. Потом Т-32 в него целится. Дает ему пиздюлину. Черный экран. Красный глаз Терминатора. Это 3D-стиль 32-ки. Весь в цепях, нахуй. И написано Battle Pass Special Judgment Day. Judgment Day. И внизу написано, блядь, написано Терминатор 2. Так, сейчас, блядь. Judgment Day. Ну, в общем, эти спонсоры. Спонсоры. И эмблема World of Tootles. Вот такая вот хуйня, короче. Ну, в общем, все понятно. Переводим аккаунт на Европу. То есть, если мы не долбоебы. Тут ловить нехуй, конечно, да. В общем, вот так вот, ёпта. Вот так вот, нахуй. Это сотрудник Леста или ВГ хотел тебе канал ёбнуть, но ты его переиграл. Да, получается. Блять, могу его вот сюда пробить, если прям... Вот если залетит именно в ту точку, в которую я целюсь, я его пробью. Но оно туда не залетит, блять. Оно туда нихуя не залетит. Если залетит в точку, да, я его пробью. Но если вот исключительно в точку. Но оно вниз упало в гусеницу, блять. Охуенная игра. Охуительная игра. Ладно, едем. Мага нет, нихуя. Так, здрасте всем, привет всем. Ну и куда ты, блядь, поехал? Иди нахуй, вернись назад, блядь, чтобы тебя никто не... Ну нахуй ты выехал, скажи. Так бы только я тебя пиздил, а теперь тебя все пиздить будут. Дебил ебучий, блядь. Я его даже добирать не буду. Дебил ты, блядь, 705-й, ебаный. Так бы получал бы, стоял только пизды от меня и все. И играл бы как хотел. Ой, блядь. Фош на вриве, нахуй. В землю, 138 метров. В этот раз даже свелся полностью, понимаете? Мог просто уебать в силуэт. Пробил бы в любую точку. Лишь бы не в маску. А так пробил бы в любую точку. В землю, нахуй. Понимаете? В землю, нахуй. Куда бы ни полетел снаряд, блять, 100% пробитие. Сука, полетел в маску, блять. Ой, полетел в землю, блять. Ну как там? Ёбаный кусок минского говна, блять. Блять, если я получу от него барабан и, блять, все, я. Там еще, блять, шар футур оказывается, понимаете? Там еще и куда ты, блять, поехал, ёбаный черт. Там еще, блядь, шар футур. К этому меня жизнь не готова. А куда маус-то полетел? Блядь, мне сейчас малолец этот нахуй насрет еще. Я не пробью, блядь, на блокборд давать. Ну как там с деньгами? Лена плюс Настя равно Леста асу асу асу. Спасибо большое. Блядь, ну пиздец. Ну ёпта, он даже нахуй не светится. Блядь, да что за нахуй? Блять, вы может вперед поедете, ослы ебаные, вы чё стоите-то, смотрите на... Блять, они стоят с ним перестреливаются, ебаные выродки, блять. Блять, да нахуй оно вам на... Не, ну это конченые, блять, черти. Блять, 30B в спине, понимаете, я не смогу вот здесь отыграть. Бля, это идиоты нахуй натуральные, блять. Бля, ебаный рот нахуй. Да ёпт. Чё я, блядь, его, я его, блядь, сдвинуть не могу, нахуй. Ой, блядь. Да иди ты нахуй, блядь. Всё, сука, попался, блядь. Я думаю, блядь, будет... Я сначала думал, может, там 20 кустов какие-то. Да хуй там плавал, блядь. Стоит нахуй, не светится. Блять, да я его сдвину нахуй с места-то. Все, нахуй, я устал. Сука, блять, погоди сейчас. Сейчас, погоди. Ну как там с деньгами? Спасибо за пояснение. Я после боя отвечу, спасибо. Они, блять, им похуй, они стоят... Вы вдумайтесь, им можно просто поехать, принять тычку от Мауса и убить поляка.
и фармить Мауса. Они вместо этого, блядь, долбятся с этим ебаным Маусом, блядь, и с этим поляком, блядь. Ну идиоты, нахуй, натуральные, блядь, нету слов, нахуй. То есть ты въебал рысь, я правильно понимаю? О, стоковый. Как же они боятся Е3-го. Ну хотя Е3, сука, имба ебаная, конечно. Его все боятся. Ну давайте не буду трогать, я по Е3 постреляю. Только ты меня тоже не обижай. Ну, блядь, я ж тебя попросил, не обижай меня. Я ж тебя не стал трогать, блядь. Мудила ты ебаная. Блядь, мудила гороховая, да? Ну давайте 90-ка не будем обижать. Со 3-го пообижаем. Ну я обосрался, мне не хватило. Вы меня загуслили. Ну вы мудила, я вас всех убью нахуй, суки. Что вы мудаки, блядь. Меня сейчас 268 уебет, да? Блядь, ну сейчас он мне что, еще в сраку залпанет, что ли? Блядь, ты что там делаешь-то, ебанутый? Блядь, а что там 268 делает на том фланге, блядь? Блядь, ну и уроды играют. А Истри все еще живой, кстати, вы в курсе? Хорошо летело, кстати. Ребят, там Истри все еще живой, вы, блядь, это понимаете вообще? Охуенно, блядь, борта, блядь, его ебаные борта поглощают все, просто все, классный бой, охуительный бой, мне очень, блядь, понравилось, мне, блядь, давай фош, вот прям в тайминг вылетай, умница, альфа, умоляю, отлично, ну, шансов все еще нет, но пожить, пожить шансы есть, то есть нагнуть, ну, шансов точно нема. Корт врал, а нахера нам голая баба? Тихо. Она ДПМ не понимает. Сука! Статку не фиксит, хрень, короче. Блядь! Все донаты после боя. Сука, мне еще эта мразюкла, блядь, 700 в силуэт ебанула, блядь. Ну, бля, это печально, блядь. Давай, добирай, родной, добирай. Добирай, родной, его. Добирай, 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 добери его, блядь, хорош. Я пока терплю. Все, пиздец. Еще одна палочка и все, блядь. Ну давай, едь сюда, сука, эти фугасом въебу. Пиздец. Не, все. ГГ, блядь. Да вы заебали нахуй. Все. Пиздец. Ну, 5400 насрали, уже хорошо, как бы. Но, блядь, 2000 про... Вот вы знаете, если б я тебе 2000-то и дал бы... Ну, я дырку вижу. И тут дырку вижу. И там дырку вижу. Блядь, не дырки. Вот вы понимаете, что я выстрелил в ЛД 705-му, а снаряд упал в землю, и я сбил гусеницу 260-му. А как там со снарядами, которые в землю не падают? Вопрос обстоит, блядь, заебись. На самом деле, я вот сюда должен пробивать. Но мы ёбнем ему в ЛД. В землю дважды. Кинул ВЛД, попал в кучу мусора. Итого, два выстрела, два промаха. И хуй бы с ним. Я не жадный, пусть будут промахи. Но они, суки, обе в землю, блядь. Нормально попал, блядь. А я также смогу. А меня он в лючок уебал. Нормально? У меня дважды в землю, у него в лючок, блядь. Не, нормально. Я хуею. Я, блядь, хуею, пиздец. А у меня, блядь, в землю снаряды падают, блядь. Но я его в лоб башню должен ебать. На, нахуй. Нормально, 2 из 2? Нет, вы вдумайтесь. У меня 2 в землю, у него дважды, блядь, кумулятивом с пробитием. Не, вы, блядь, он аж охуел и уехал, блядь, понимаете? Он аж, блядь, охуел и уехал. Не, ну это ж, блядь, неадекватная игра, ебаный рот. Нет, ну у меня дважды в землю, у него дважды в люк с пробитием, блядь. В землю 3! 3 промаха за бой! 3 промаха в землю. 100% промаха в землю. Нахуя вы слушаете Минский, блядь, этот биомусор и Лесту и ВГ, блядь, этих блогеров? Я еще раз, я утверждаю, все промахи улетают в землю. Это же, блядь, просто пиздец. Это же, блядь, неадекватно. Ёпта. 3 промаха за бой, 3 из них упало в землю. Т-95 неплохой танк. Просто его ебут артой, как, в принципе, любой. Он нихуя никуда не успевает, блядь. А стоит ли тебе терпеть его? Блядь, нормально, нахуй. А стоит ли его тебе терпеть, братан? Ну, если ты не хочешь донатить. 4 промаха за бой, 4 промаха в землю. Вы свидетели. 4 промаха.
4 в землю. Вы понимаете, да? Но с игрой все заебись. 4, блядь, промаха, нахуй, 4 в землю. Блядь, ты дебил ебаный, ты... Почему 2, блядь, фуловых танка, ну этот, ладно, половиненный, просто не поедут, и мы их не убьем, блядь, в чем проблема? Ну и что это, блядь? А, Мантикора проехала, блядь. Наверное, Мантикора сейчас тут будет, скорее всего. Да, наверное, она вот тут проехала, меня засветила. И сейчас вот тут высрится. Правильно? Правильно. Заебись. Но тут у меня уже реакция, как у бомжа была. Но мне понравилось, как она засветилась, блядь, после выстрела. Я умер, все. Ой, сука, какие же вы, блядь, пидорасы тупые, ебаные союзнички, блядь. Какие же вы, блядь, пидорасы ебанутые. Я не понимаю, в чем была проблема суперконя, блядь. Вот посмотрите, Фош нихуя не делал и нихуя не делает. Дебил нахуй на коне. Где он, блядь? Нихуя не делал и нихуя не делал. В чем проблема? Шотная мантикора, блядь. Леопард, который можно, блядь, кулаком, блядь, пробить. И ФВ, блядь, шотная. Вот, сука, что в голове у этих, блядь, обезьян? Поехали, Сасимов, наебашим. О, убегает, смотрите какой. Побег. А как вам, снаряды в землю падают или опять игроки что-то придумали? Ну вы же понимаете, что это очередной промах, который упал, сука, в землю опять. Опять. Я не могу в это дерьмо играть, блять, я хочу, чтобы тот, кто причастен, блять, именно наебал его в этой игре, сгнил, блять. Я поехал сосать хуй. Я поехал по-рабски сосать хуй. Но я увидел, что на цикличке, поэтому я и начал вбиндюриваться, блядь, уже. Мы сейчас сдохнем здесь. Блядь, две сотки. О, нам пизда. Нам пизда. Я, блядь, я, честно, я люблю хайвей. Это одна из моих самых любимых карт. Но этот рез, ну, он неиграбельный, блядь. Он, сука, просто неиграбельный. Блять, этот, ну вы посмотрите, я, блядь, здесь один абсолютно. Не, все, я не буду доигрывать нихуя 4 часа, я выключаю, блядь, все, не хочу. Нахуй я ебал. Я хочу, чтобы разработчики сгнили нахуй в муках, блядь, чтобы они, сука, просто сдохли. Меня Е100 боится фулово. Я хочу, чтобы разработчики этой игры просто нахуй подохли, блядь. Это все, что я могу им пожелать, блядь. Смерти в мучениях, блядь. Потому что большего этот биомусор большего не заслуживает. Все, нахуй, с меня хватит. Каждый бой на хайвее это всегда один и тот же сценарий, блять, всегда. С этого респа ты приезжаешь во двор, даже если вас 400, а противников всего двое, вам пиздец. Вас зажимают в этом дворе и пиздят. Еще итоги стрима. Покатались на Е3. Все итоги стрима.